Всем привет! Сегодня рассмотрим триммер Валь Hero с артикулом 08991-216. Эту машинку вы можете купить на сайте zepsud.com, ссылку укажу под видео. Давайте распакуем, посмотрим, что входит в комплектацию. Так. В комплекте у нас сопроводительная документация. Есть на разных языках, есть на украинском и на русском языке. Поролон, наверное, чтобы машинка не царапалась. И посмотрите на машинку. Какой же он такой маленький. В комплекте у нас идет сама машинка. Колпачок, чтобы ножевой блок не повредился. И три насадки в комплекте идет. Масло, щеточка и для юстировки ножевого блока. То есть вы можете регулировать ножевой блок. В комплекте у нас идет вот такие желтые насадки. Вот. Единица, тройка и четверка. Давайте поговорим про машинку. Боже, какой он маленький. У машинки роторный мотор. 5000 частота строк. То есть ножевой блок движется на 5000 частота строк. Ножевой блок у нас идет Т-образный, это очень хорошо, потому что в труднодоступных местах мы можем попасть. Ножевой блок изготовлен из легированной стали с прецизионной обработкой. Высота среза составляет 0,4 мм, но вы можете регулировать под 0 поставить. Ширина ножевого блока составляет 32 мм. Смотрите, как он в руке лежит хорошо. Вес машинки составляет 200 грамм. Есть для пальца выемка. Возле выемки есть включатель-выключатель машинки. Шнур длиной 2,4 метра. Шнур, кстати, не тонкий, а такой хороший. Есть, чтобы не заламывалось, есть защита стоит специально. А также есть, чтобы повесить машинку, петелька, чтобы она нигде не валялась. Что еще можно сказать? Довольно такой, кстати, хороший. Мне нравится. Смотри, я могу его вообще в руке утопить, видишь? Так что, кстати, подписывайтесь на наш инстаграм, я на экране его выведу. Обязательно подписывайтесь, потому что там есть новинки, акции, очень много интересного. Так что, а также есть у нас разные ресурсы, это у нас Facebook, контакты и так далее. Если будут какие-то вопросы, задавайте, я вам с удовольствием отвечу. Подписывайтесь обязательно и ставьте лайки. Всем пока!